Это видео будет о кратере Батагайка. Кратер его можно назвать условно, на самом деле это таяние вещей из данных кратеров. Но на самом деле очень интересно, кратер может рассказать о прошлом Земли, что произошло в прошлом в Якутии. Там мы находим прямо внутри кратера, в этом обледенении, которое постоянно тает, мы находим сотни тысяч стволов лиственных деревьев, которые на самом деле сейчас там не произрастают. Мы находим кости мамонтов, мы находим кости пещерных львов, мы находим кости шерстистых носорогов, бизонов, буйволов, различных животных, которые сейчас в Якутии не проживают и не проживают даже на этой планете. Ну, они вымерли, не существуют. Этот кратер мог бы рассказать о прошлом, что тут произошло. И по словам советских ученых, которые проводили там раскопки, не только именно в этом кратере, а особенно на могильниках мамонтов, они говорят, что как будто гигантский селевой поток, гигантское цунами, перемешанное с камнями, с бревнами, с галькой, подхватило этих мамонтов, порвало и покрутило их тела и вморозило в 10 накатов слой за слоем, которое это все перемешало в вечную мерзлоту. И до наших дней туши этих мамонтов лежат вот в вечной мерзлоте и не размораживаются. Советские ученые, некоторые из них, предположили, что это было гигантское цунами циклопических масштабов, которое подхватило этих животных. И вот последнее, сколь неизвестно, сколько они там в этой мерзлоте лежат, просчитать как бы пока неизвестно, они находятся в этой вечной мерзлоте. Вот чем очень интересен кратер, там как бы история этой планеты, которая заморожена и не размораживалась по сей день. Мы раскапывая этот кратер, который постоянно тает, он увеличивается постоянно, мы можем увидеть, что было в прошлом и вот как бы заморожено до наших дней остатки вот этого прошлого.